Друзья, всем привет-привет! 31 января и аж 11 часов по московскому времени. Сегодня одного обзора не было. Этот даже пришлось перенести. Вот вижу, вы пишете, что волнуетесь, переживаете. Нет, все нормально, просто иногда бывают дела офлайн, поэтому сегодня были очень важные дела. Пришлось полностью все это дело перенести. Проведем вот этот обзор, комплексную аналитику, можно сказать, проведем вот здесь на канале FTM. Подробно разберем все инструменты. Будет у меня несколько важных объявлений. Одни приятные, одни не совсем приятные. Давайте начнем. Начнем со следующих моментов. Первое объявление номер один от наших программистов. В субботу будет профилактика на наших серверах. Поэтому официально вот объявляю о том, что у нас как бы... Ну вот я зачитываю. В субботу не будут работать софты. К позднему вечеру субботы, крайний случай, раннее утро воскресенье, все это включится. То есть вот они на этом обзоре я официально предупредил. Этот обзор выйдет и на канале FTM, и в записи я его выложу непосредственно на свой канал. Далее следующее объявление буквально час назад Елена написала, ну так как Елена у нас человек в реальном секторе, в реальном бизнесе, сказала, что он скорее всего у нее сегодня не получится, предложила перенести на другой день. Поэтому вечером у нас будет именно классическое подведение итогов. Ну вот так получилось. Тут от меня как бы абсолютно ничего не зависит. От человека не получилось, поэтому поэтому как бы вот так. Все сказал. Так секундочку. Отвечу минутку. Вот так это объявление. Теперь далее по сделкам нужно пробежаться, что висит, что не висит. Что закрылось, что не закрылось. Перехожу на сервер. Ну и в принципе, здесь у нас все понятно. Фунт без убыток закрылся. Фунт закрылся, без убыток. О, круто, написал Михаил, а что круто. Итак, фунт закрылся без убыток, иена закрылся, take profit, и э, сетка по швейцарцу открылась, да, причем вот эту позицию не схватила спредом. То есть... Э по сути, в жизни да, осталась только одна позиция. Месяц был, в принципе, неплохой. Вообще, вот здесь накинуты сейчас. Я все-все-все сделки вот у меня были. Я все-все-все накинул. Мы сегодня на подведении итогов разберем полностью торговлю по всем счетам. Все сделки, все варианты. Ну, скажем так, 5 счетов, которые у меня есть на сервере. Вот на этом, который я вам показывал. У меня есть еще сервера. Да, то есть относительно которых происходит копирование на другие счета. То есть вот тут представлено, ну, получается, 4 типа торговли. Вот вы видите, 5 терминалов, здесь 4 типа торговли представлено, где-то чуть там агрессивнее, где-то менее агрессивнее. Вот все эти моменты мы разберем. По открытым позициям тоже закрыли. Это закрыли вопрос, я имею в виду, по открытым позициям, по комплексной аналитике. Больше позиций у меня нет. И, кстати, золото, помните, мы вчера выставляли? я его снял, она бы сейчас отработала. Ну, снял, потому что практически дошли до первого тейка. Я лично золото снял. Если у кого-то схватилось золото, это хорошо, у меня золото не схватилось. Так, теперь переходим к тому, что разбираем, что же у нас происходит непосредственно на графиках. Да? Начнем с тенденции. Евро абсолютно ничего не поменялось. Шорт. Фунт абсолютно ничего не поменялось. Шорт. Это с точки зрения маржи мы смотрим. Далее, Австрал шорт, Новозел шорт, доллар против иены шорт, а доллар Канада лонг, доллар против швейцарца. А, кстати, буду закрывать сейчас позиции. Вот из-за этого, из-за этой смены внутридневной тенденции, но по среднесроку лонг, внутридневная тенденция у нас идет в шорт. Так, сейчас, секунду. Что вы видите? Вы все видите, ребят? Потому что у меня что-то не то показывает. Так. А, нет, все нормально. Так, дальше продолжаем. Что у нас идет? По золоту, как бы среднесрочный лонг, по серебру среднесрочный шорт. Нефть марки WTI, ребята, получен первый интересный сигнал. Первый крутой интересный сигнал. Возможные покупки. Очень опасно. Пока срок шорт, внутридневной лонг. Спасибо тем, кто мне в личку написали утром про этот сигнал. Я графики увидел вот буквально там полтора часа назад. Ну, прикольный сигнал. Далее. Здесь тоже у нас разнонаправленные тенденции. Среднесрочный шорт и внутридневной лонг. Но тут мы не работаем. И NASDAQ. Идеальная отработка. Я не работаю по NASDAQ. Его веду только для вас. Но вот идеальная отработка. Зоны. Зона, зона, зона. Вот, вот глядишь вот на эти моменты. да? Вот просто мы видим маленький кусочек перед собой. Полмесяца. Отбой от зоны. Здесь отбой от зоны, отбой от зоны. Здесь отбой от зоны, отбой от зоны. Прошили. Отбой от зоны, прошили. Отбой от зоны, отбой от зоны. Дошли до зоны, идет отбой. Что еще нужно в этой жизни, да, чтобы радоваться тому, что происходит. Все, вот они, направления торговли. Смотрим теперь, с чем мы работаем, с чем мы не работаем. Итак, евро. Все пишут, напоминают, говорят о том, что АТР пройден, граница рынка. Да, ребята, я все это дело понимаю у нас очень много ограничений в рамках работы вот по этому среднесрочному тренду но основа друзья тренд есть тренд тренд продолжается вот вы поймите он любой тренд ломается только один раз предпосылок к слому этого тренда десятки и там скопление объемов могут быть какие то предыдущих там, глобальных трендов которые шли наверх и скопление лимитных позиций, и зоны маржинального обеспечения, и границы рынка по опционам, и перепроданности, и там какие-то перекупленности, и аномальные вливания контракта, и все, что угодно может быть. Представляете, сколько всего, но в противовес этому идет просто одно тупое значение, по которому мы и работаем. Тренд есть. Тренд. Не рассматриваем. Пока никаких покупок по данному инструменту. И опять же, вчера у нас всплыло существо по имени панспортсмен Иванов, да, ну там по фунту. Цена пошла не в ту сторону. Он там аж весь описился от радости, что я ошибся в своих прогнозах. Тем не менее, я всегда говорю, что у нас 30% вероятность ошибки, конечно же, может быть. Но пока это маленькая вероятность. Продолжаем работать по той тенденции, которая идет. И мне очень здесь нравится, как у нас перетекают объемчики. И где мы торгуемся, где мы находимся. Обратите внимание, вот они объемы. Смотрите, что здесь происходит с депок. Он действительно на самом максимуме. Мы уже, по идее, могли там какие-то вот эти моменты пытаться расторговывать, пытаться здесь зайти. Агрессивно уже это дело можно делать. Я же дождусь вот такой ситуации. Смотрите, мы ушли выше депок сейчас. И депок-то плывет, да? После перебития вот этих локальных минимумов. То есть я сейчас буду ждать перебития данных локальных минимумов. Буду смотреть, где будет депок. И после этого выставлять позицию sell limit со стопом за вот этот максимум. То есть вот это стоп. Один к двум тут нормально до тейка. Более того, почему жду ухода ниже? Хочу и уйти ниже вот этих скоплений объемов. Да? Понимаете, что сейчас вот здесь-то опасность, это то, что продажи в объемы были. Я хочу уйти ниже этих объемов, на коррекционном откате входить в сделочку на продажу. Ну и целями этих продаж у нас будут тест недельной контрольной зоны, это среднесрочная цель, и обновление локальных минимумов с учетом forward point 1.09.950, это вот эти минимумы от 29 числа. Если глянуть на толпу, то мы по еврику опять же видим в большей степени сигналы в шорт. Да, есть определенные предпосылки опять же к потенциальным разворотам. Это то, что там двое суток у нас нету явного набора покупателей. Здесь индикатор начинает рисовать непонятную ситуацию. Вот. Но больше сигнальчиков шорт. Есть стопики, есть прибыльные участники рынка. Большинство у нас находится в покупках, в динамике на всем этом падении. Набор покупателей. То есть больше все равно сигнал шорт. Поэтому ну давайте здесь подрисуем. Давайте по-чистому нарисуем сейчас, как мы все это дело будем смотреть. Как мы все это дело будем пытаться расторговывать. То есть раз, два, три, вот эту ситуацию я жду, и вот тут буду входить в позицию на продажу. Если это дело произойдет. Отправляем это удовольствие по чатам. Прицепляйтесь, смотрите. Так, это в какую не ту сторону пошел фонд? Куда планировали, туда и пошел. Там это. Не обращайте внимания, это ну. Я с ним просто угораю, я ему всегда отвечаю. Ну, это уже эталон у нас с ним свои взаимоотношения. Итак, вспоминаем, что у нас было по фунту. Среднесрочная шартовая тенденция. Все вот это движение мы рассчитывали, что это коррекционный э, тренд. Были у нас варианты того, какой экстремум использовать за КМ. Вот этот экстремум мы использовали за КМ. Но больше походил все-таки вот этот экстремум на КМ. Вот эту позицию мы открыли, в эту позицию мы заходили. Первый тейк мы ставили технический именно вот эта поддержка, да, от которой мы неоднократно отбивались, ну вот здесь все это дело было закрыто. Вот он, да, первый тейк. Далее поставили позицию без убыток. Ну, я перевел вот за эти максимумы, там плюс-минус несколько пунктов, вот позицию выбило. Причем на одном счете выбило вчера, на одном счете я сегодня посмотрел, выбило сегодня только эти позиции. Что поменялось, вообще ничего не поменялось. То есть, уже вот здесь мы говорили: вот здесь, вот здесь, вот здесь, что покупать нельзя, продавать, в принципе, ну, только очень-очень, если вы любитель агрессивных каких-то моментов, каких-то действий. Но официально мы держали позиции открыты еще вот здесь, 23 января, на продажу. Поэтому та продажа фунта, которая у нас была открыта, несмотря на вот эти все движения, не в нашу сторону, у нас один тейк по ней и один без убыток. Это хорошо. Смотрим теперь с технической точки зрения, как вот это все движение, которое вот от самого-самого минимума, как же оно выглядит. И падла, оно все-таки продолжает выглядеть по лонговому. Да? Смотрите, если все-таки вот эту точку правильно было брать за КМ, то вот как выглядит это движение. Да? Вот вероятность с технической точки зрения обновления этих максимумов порядка 70%. Не надо делать ничего нового. Не нужно сейчас фунтом пытаться играть в какие-то догонялки. Где-то даже если вы потеряли там в какой-то момент на фунте. Потому что если мы перейдем на более старший таймфрейм, ну для этого давайте я вот сюда зайду. Если кто-то из вас почитает текстовые прогнозы, по, которые я выкидывал по фунту, там у меня вообще нарисован вот такой вот треугольник. Да? я понимаю, что каждый из вас его тоже должен видеть. Но это реально, вот он идет, вот такой вот треугольник. Это полнейшая непонятка, неопределенность, но выход из этого треугольника с большей долей вероятности ожидается именно вниз. То есть классический импульс, коррекционный откат в виде треугольника и поход вниз. Это чаще происходит, да, чем, ну, нежели ломается. Но м -м, не нужно в это дело залазить, не нужно пытаться это дело сейчас <coughs> расторговывать. Объемы здесь. Ну, тут я депок уже и так пытался, и так, и так смотреть. Короче, ничего хорошего нет. Давайте по фунту ничего делать не будем. Пускай он живет своей жизнью пока временно. Давайте дальше посмотрим, если у нас что интересное. Так, австралийский доллар против американского доллара. Точно так же, как и по евро. Да, у нас основной сигнал хватит продавать мы принимаем решение по этому сигналу уменьшать просто-напросто риски. Как минимум в два раза. То есть, либо вообще не работайте, либо уменьшайте. Любые продажи австралийского доллара должны у вас быть аккуратными очень. А, ну как-то мы сейчас опять на самом-самом низу, и даже если уйдем наверх, я, наверное, не буду здесь ничего делать. Ну вообще шорт, я не буду сейчас даже картинок рисовать. Опять же, вы знаете, что такое пятница? Пятницу вообще по-хорошему все закрывать. И у меня вот вообще одна сделка висит и хорошо, и больше я с ней ничего делать не буду. Вернее, даже ее попытаюсь закрыть, если мы вот сюда сейчас хотя бы маленький плюс зайдем, я ее нафиг тоже закрою. И итоговый месяц закрыт у меня будет значит смотрите если мы сейчас такие подходим сюда куда работать на продажу вот в эту всю проторговку откуда нас раз отбили два отбили 3 отбили конечно же нет то есть по идее ждем ухода ниже и потом будем расторговывать может быть на следующей неделе хотя опять же у нас 7 экспирация возможен закреп выше зоны 1 2 уход выше этих максимумов, тогда поработаем наверх на выход из убытков но на сегодняшний день по австралийцу новых сделок открывать не рекомендую опять же вот выбирая между евро и выбираем между Австралом здесь у нас поддержка техническая. Она буквально вот за последние 12 часов по еврику же мы ушли наверх и рисуем какое-то подобие паттерна. Выбирая между двумя этими инструментами, я бы выбрал именно евро. Австрала немножечко подождал, даже если мы видим, что здесь толпа продолжает набираться в покупке. Я не отрицаю дальнейших продаж, не отрицаю. Но я на сегодняшний день не собираюсь это дело делать, <ккак> скринов не будет. Навозил. О, навозил летит, зону убрали. Но основная идея какая у нас? Продавать, продавать по тренду, все так же. Вот он тренд, тренд не зыблем. А нет, вот здесь он ломался у нас тренд, да? Вот тут у нас были непонятки, в рамках которых мы все равно заходили на продажу вот тут. Но вообще выглядит этот тренд сейчас вот таким образом. То есть с 31 декабря все до единого сигнала у нас были в шорт. Каждый день мы рисовали стрелочки в шорт. Каждый день мы говорили о том, что работа, понятно, не каждому этому сигналу мы могли прицепиться, но вообще, если честно, очень прикольно, вот говорю, все сделки закинул я сегодня, все вот, что мы смогли выцепить вот на всем этом падении, да, разбираем, вот она, без убыток, первый тейк и без убыток, здесь первый тейк, еще один тейк, какой-то без убыток, вот такой стоп, тейк, тейк. Тренд. Ребята, тренд. Мы в тренде живем красота. Вот, вот если бы так было хотя бы по одной паре в месяц, поймите, одна пара в месяц, она будет отбивать вообще все непонятки. В этом месяце просто шикарно отработали новозел, австрал, нефть, которые вот наливали по всем фронтам. По остальным инструментам там даже есть суммарный убыток по месяцу. Но вот эти прибыли, они, конечно, перебивают все. Значит, по новозелу тренд продолжает у нас быть шартовым. Ну, если будет откат, диапазончик выгодных цен. Ну, вот здесь скопление объемчиков. Так, а сколько у нас до четвертинки? До четвертинки 30 пунктов где-то. Да, нормально. Вот если будет откат, можно попытаться еще дальше поработать на обновление минимумов и на тест недельной контрольной зоны. Но опять же, это пятница, поэтому очень-очень аккуратно. Толпа по новозеландцу нам рассказывает о том, что она активно и дальше покупает. Есть стопы сверху, есть прибыльные участники. То есть коррекция напрашивается. Если она будет, на откате будем ходить сделку на продажу скрина тоже как бы такового не будет, потому что мы на минимумах ни зон не знаем, ни паттерна, ничего пока не знаем, не видим. Идем дальше. Иена. Чтобы нам не выставить лимитку, как говорится, да, с одной стороны, но с другой стороны немножечко бы подождал. Здесь отработала идея какая, вспоминайте, граница рынка, смена тенденции, откат, Сел лимит, вот такой стоп, понимая, что здесь совсем чуть-чуть мы заработали, но тем не менее это наша законная прибыль. Более того, сетки здесь все нормально собрали, полностью от четвертиночки ткнули, э, схватили лимиточки и позакрывали. Сейчас, вот она идет коррекция, предполагаемая, точно так же, как по еврику, объема у нас сверху. То есть первый вариант, входить в позицию вот с таким стопом. Почему нет, да? То есть если мы вот так перебиваем, то это расширяющаяся модель. Может ли такое быть? Да, конечно, может быть. Если, ну, зачем нам рассчитывать на то, что вероятность меньше, да? У нас вероятность больше того, что мы продолжим падение. Поэтому вот такой стоп, реально точка входа уже неплохая. У меня, так как все сетки открылись здесь, я на комплексных счетах здесь ничего не делаю. Что я буду делать на комплексных счетах? Любое жалкое подобие паттерна. Вот прям вот дайте поторговаться, может быть еще какой-то наверх ложничок, вниз откат, и я буду входить в позицию. Поэтому здесь даже я скрин. Отправлю по всем чатам, это будет идея на сегодняшний день. Хотя, опять же, риски небольшие, потому что как никакая тут золотая, 1, 2, плюс граница рынка, вернее, премия границы рынка, которую мы щупаем, то есть я жду уход маленький наверх обновление вот этих максимумов, затем обновление вот этих минимумов, и на коррекционном откате вход в позицию на продажу. Вот это основная идея по йене. Если отправляя скрины. Если вот этим движением, вот этим, мы будем перебивать вот эти максимумы, идея отменяется. Без перебития этих максимумов мелкий паттерн вот здесь пытаюсь расторговать. Итого пока две идеи на сегодняшний день у нас. Это евро и иена. Иену отследим с вами еще по толпе. Видим, что толпа продолжает активным образом набираться в покупке. И очень много стопов, к сожалению, за вот этими максимумами. Вероятность их сбора есть. Это недостаток действительно. Поэтому тоже очень аккуратненько работайте понимаете что за стопами все-таки могут сходить и пойти потом в нашу сторону вот такая моделька у нас будет не совсем приятная ну поэтому вооружу, предупрежден значит вооружен все я предупредил я буду следить за этими стопами и поэтому мои действия будут здесь предельно осторожны идем дальше доллар против канады обновили максимумы но ну, идея остается да? идея остается как бы поработать от диапазона но я не буду делать сейчас никаких скринов по той же самой причине, что и по фунту. То есть смотрите, мы вот здесь подошли раз, что-то движение вниз, подошли два, опять пошло движение вниз. Сейчас подходим три, и вот представьте, что мы опять приходим сюда. И такие, о, все, давайте-ка покупать. Ну с какого перепуга нас раз отсюда даванули, два даванули, три даванули. Не нужно пытаться лезть в то место, где вам действительно явно оказывается сейчас определенное сопротивление. Как и по фунту. Ой, не по фунту. По австралу, вернее, да? Раз, два, три. Пускай мелко, пускай это последние там, 20-30 там, часов. Но тем не менее, это диапазон, где прям онлайн сейчас оказано определенное нам сопротивление. Не нужно в эти моменты залазить. Более того, если посмотреть по Канаде, у нас абсолютно ничего не меняется, чтобы там сходить затем на следующей неделе на обновление максимумов и из нового диапазончика уже спокойно поработать. Вот это основная идея по Канаде. Но так как у нас нет ни этого экстрема, ни диапазона выгодных цен, ничего этого нет, то опять же искренне я отправлять не буду для того, чтобы здесь ничего не выдумывать. Канада не скрина вне рынка. Швейцарец. Буду закрывать сейчас частично позиции, которые открыл вот здесь, вот с таким стопом. Вторая позиция здесь с таким же стопом. Третья позиция здесь с таким же стопом. Вчера мы с вами разбирали, что вот здесь было бы прикольно увидеть паттерн. Ребята, отмена этой идеи. Как бы не хотелось нам, как бы не красиво он формировался на границе рынка, на объемах. По этому паттерну работать нельзя. Почему? Потому что паттерн это место, по которому мы определяем, куда мы можем поставить более короткий стоп нежели сюда. А вот ставить сюда стоп, учитывая, что вероятность дохода до зоны 1, 2 у нас сейчас 60%, это вероятность получения стопа 60%. Будем мы работать с такой вероятностью? Конечно же нет. Поэтому по швейцарцу ждем проявления инициативы. То есть либо это отработка внутридневной тенденции до зоны 1-2. Затем уход куда-то наверх. И на откате мы уже попробуем не самым хорошим соотношением заходить в позицию. Где-то здесь искать точку входа. Хотя бы там один к одному. Вариант 2. Какое еще проявление инициативы мы ждем? Это уход выше этих максимумов. То есть отмена вот этого внутридневного сигнала на продажу. Появится у нас... Новая точка, от которой построятся новые зоны. У нас будет интересный минимум, импульс, коррекция, импульс. У нас будет более короткое место постановки стопа. А если мы еще где-то здесь найдем паттерн, то мы еще более ближе поставим стоп. Даем сделку на покупку. То есть швейцарец, сидим, отдыхаем, не делаем по нему сейчас ничего. Большая вероятность теста зоны 1, 2. Но и на эту продажу мы работать не будем. А когда мы сюда, если все-таки дойдем, может быть и смена тенденции вообще будет. То есть я не знаю, что будет, я гадать не собираюсь. В настоящий момент швейцарца пропускаем. Нефть марки а Ребят, я подожду еще все-таки понедельника. Ну, в пятницу не хочется открывать позицию. Но опять же, по своей сути, да, у нас удержание этой недельной контрольной зоны есть. Правильно? Да, мы закрылись все равно в ней. То есть даже по старой марже мы там за ней, ну вот до смены, вот здесь мы не уходили ниже этой зоны. Сейчас маржа поменялась, мы опять ее держим. То есть у нас есть удержание зоны, у нас есть закреп за четвертиной. Это объективно внутридневной сигнал в лонг с целями обновления максимумов, тест-зона 1-2 и тестирование недельной контрольной зоны объемчики под эпок тоже снизу. Ну вот тут есть неприятные объемы всех моментов, то есть и всего падения, и последних нескольких импульсов, и вот этот импульс, вот этот, видите, я все-все-все импульсы смотрю. То есть вот тут действительно есть такой жесткач, который нас, ну, конечно же, встречает. Ну поймите сами, мы в этом жесткаче и находимся. Может быть, да, я немного отхожу от методики от системы, противоречит сам себе, что получив сигнал, который ждал, я отказываюсь по нему работать. Но я дождусь понедельника. Я дождусь закрепа все-таки за зоной одна, вторая, и уже инвестиционно начну брать до вот этих котировок, но брать буду все это дело на бренде. А опять же, что будет в пятницу, и может быть там в мире вообще сейчас все очень нестабильно, там эти вирусы, вирусы еще забыли про Иран, забыли про торговые сделки США, Китая, как-то все вот отодвинулось на второй план, забыли сейчас опять же про Brexit, то есть очень-очень все это дело как-то не определено. Что у нас будет вот в эти два дня, неизвестно. Лично я подожду понедельника. Прислушиваться к моим мнениям или не прислушиваться, это дело абсолютно каждого. Объективно сегодня есть сигнал buy limit. Это реально сигнал buy limit. Вот с таким стопом, вот с таким тейком и вот с таким тейком. Но здесь два тейка рядом, поэтому так, аккуратненько. Кому нужно, Пытайтесь работать, пытайтесь там как-то сделать. Я немножечко, я умею ждать. Я буду здесь ждать этот инструмент все-таки понедельник. Вопросов много, ребят, я в конце все отвечу, посмотрю. Золото, я лимитку снял, ну вот этой шпили мы ее не зацепили, я ее нафиг вчера вечером просто-напросто убрал. Но опять же, остается все то же самое. Здесь нас держат, здесь нас держат, это маржинальный флэт в рамках которого с большей долей вероятности мы уходим наверх. Вчера появился сигнал, да, когда по апрельскому мы смотрим, мы ушли выше уровня депок, поэтому мы пытались отработать этот сигнал. Сейчас же у нас и депок сверху, какой смысл сейчас заходить в эту позицию? Еще один недостаток серьезный, крутой. Здесь же смотрим сейчас, вот они все объемы контракта это опять же любая сейчас покупка, это покупка в эти самые объемы. Поэтому по золоту ждем проявления инициативы. Либо это будет проявление инициативы в лонг с уходом и закрытием выше, чем недельная контрольная зона. И тогда вот это движение будем пытаться опять же здесь расторговывать покупки. Либо это уход ниже зоны 1 2 и опять же где-то отсюда от этих же самых объемов мы будем пытаться работать на продаже. Но сначала нам нужно дождаться либо вот этого движения наверх, либо вот этого движения вниз. Сейчас пропускаем. Далее идем. Следующий инструмент. Серебро по серебру. Объемы депок снизу мешают войти в позицию на продажу. Объемы последнего импульса снизу мешают войти в позицию на продажу. Да, объективно есть моменты вот здесь сейчас зайти вот с таким стопом. Но дождитесь хотя бы перетекания депок. Поэтому здесь сделаем следующим образом. Если у нас, я беру сейчас рисовалку синим цветом, постараюсь нарисовать этот самый депок. Если он перескочит у нас куда-то вот сюда. Да, и окажется, где-то здесь. И после этого мы нарисуем все-таки здесь вот что-то вот подобное. Какую-нибудь такую идею. Я прямо сейчас на скриншоте напишу. Подробно распишу вот эту всю идею. Только при перетекании депок. Да. И из-за того, что у нас вот эти объемчики все-таки снизу да? Так, а что у нас еще здесь? Вот эти объемы снизу, я вот про эти говорю, да и все. Риск 0,5. Вот так давайте напишем. Риск 0,5. Все, вот такая идея по серебру. Дождаться только перетекания. До этого момента в позицию входить нежелательно. S&P не работаем, потому что у нас слабая внутридневная, слабый внутридневной импульс вверх, который вообще не подлежит расторговке, хотя первый импульс себя уже этот замечательным образом как бы отработал. Ждем либо теста и отсюда уже при перетекании депок начинаем работать на продажу. Либо уход выше, там посмотрим работать или нет в убытке. Либо уход ниже и на откате работаем вниз. Более всего самый такой предпочтительный вариант это вот такой вот вариант. Доход до зоны 1-2. Вот такая эмуляция там, ложного пробоя, коррекционный откат и поход вниз. И все это опять же при условии, что у нас депок окажется где-то здесь. Вот такой вариант также можно отправить по чатам, но напишу мало верю в развитие. Мало верю, верю в такое. Вот так, коротко, да? Если будет, то может быть небольшим объемом зайду. Все остальное для меня пока здесь непонятно. Либо уйдем сюда, либо уйдем сюда. Но вот из этих, выбирая все-таки между этими двумя вариантами, вот который более-менее читаемый, это вот такой вариант третий, да? Так, ну и этот инструмент, я повторюсь, опять же, не работаю, то есть где-то по одним брокерам здесь гэп отрисовывается, по другим брокерам там даже свечка какая-то отрисовывается, ну отработал этот инструмент, прикольно достаточно отработал, тут какой-то паттерн, я не смотрел, был или нет депок, здесь идея Однозначно, если что-то и делать, то только в лонг. И сейчас, если что-то делать, то только в лонг. Крутым местом для покупок является золотая 1,4 зона, 1,2. По той самой причине, что здесь интересное скопление объемов. Желательно перетекание депо. Риски уменьшаем в два раза по причине того, что здесь находится недельная контрольная зона, которая в настоящий момент показывает нам удержание. Итогом. Итогом. У нас есть более-менее таких, получается, несколько сигналов. Это евро, по которому мы пытаемся. Давайте пробежимся вот по скринам прямо. Это евро. Если произойдет, короче, информацию жду. Если будет информация, вхожу в позицию на продажу. Следующий сигнал это иена. Маленький ложный пробой, если образуется, то буду входить в позицию на продажу. Следующий сигнал, это у нас получается серебро, но тут очень много неопределенностей, ждать перетекания депок, хотя бы 1, 2, 3. И последний это S&P, по всем остальным инструментам, лично у меня на сегодняшний день мысли нет, куда пойдет, абсолютно все равно. Отвечая быстренько на вопрос, Анатолий, золото, так там видим, видим. Ага, Александр, закреп за, за 1,4 по евро был с какого перепуга? Если бы он был, здесь бы был нарисован красный прямоугольник. Если его нету, значит закрепа не было. Далее, <coughs> без Евгения Форекс Плюс не работает. Это, давайте возьмем это за традицию. <coughs> так, думаю, золото может отбиться от уровня 1568. Буду ждать, это мои хотелки. Хотелки, это всегда хорошо. 1568 отсюда. Ну, оно отсюда и отбивается. Да, здесь вот объемчики. Ну, уже не лезем. Вчера было интересно, когда мы были выше объемов. Сегодня неинтересно. Так, Сергей, видим. Отлично. Так, добрый день, Эми. Это в какую не ту сторону пошел фунт? Но я уже ответил, куда планирую. Четвертый отбой, граница рынка. Так, все говорят, да, флет, все, пошел. Но ну, мы не работали этот момент, потому что он 50 на 50. <coughs> Вновь не должен радоваться и троллить, никто не знает, куда пойдет цена, а вот система темом дистанции работает великолепно. Да, там, ребят, это я с ним просто угораю уже. Человек этого никогда не понимает. Нет, может, когда подрастет, поймет. Там, видите, он пишет, он серьезный, крутейший бизнесмен, он вкладывает в покупки мировых компаний, акций, там, туда-сюда. Трейдинг для него хобби. И он, что же он мне посоветовал? Забейте на зоны, накиньте moving average, я работаю только по МА-200, что ли, он сказал. Ну, мне до этого далеко, я этого никогда не пойму. Так, я фунт пока не торговала бы, пишет Елена. В ночь с пятницы на субботу будет окончательный развод Британии с Европой. В понедельник может быть гэп. Ну да, в принципе, я так и сказал. Полностью поддерживаю Елен сейчас, что фунта. Ну, мы его и пропустили. Никаких идей не было по системе очень хорошо заработали в этом месяце. Да, месяц был великолепный. поение еще старые сетки висят в бай, их закрыть и хорошо с ними. Там мизерный объем. Так, пайени, старые сетки висят в бай. <coughs> вот отсюда. Нет, то, что сеточный счет у меня открыт, это тут даже без вариантов. Да? Мы на него заходим во все стороны. Все, все замечательно. Все работает, все висит во все стороны, бай, во все стороны, сралы, вот и срайлы тут, и бай тут, и тут сейлы вот открылся. И нифига, этот сел на этой сетке не закрылся. Потому что общий тейки ниже. Сейчас еще один сел открылся. Да, надо поставить, где у нас тейк сейчас будет. Sell, 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 общий тейк. Выйти в плюс. Где-то вот здесь мы выходим по котировке. Там 108, 20 мы выйдем. То есть вот сюда можно мне поставить. Там общий тейк нулевой. Это общий тейк по продажам. Покупки, говорю, этот счет без стопов. Поэтому тут все что угодно может быть. Счет со стопами, паение, если да, я смотрю. Здесь у меня нету таких зависонов абсолютно никаких. да, Потому что он работает со стопами. Вот он открылся, вот у него стоп, вот он закрылся. Все, он сидит, ничего не делает. Ну, стоп так стоп. Я там ручками контролирую объемы. Если 2-3 стопа по одной теме получу, ну, опять же, да, где мог? Смотрите, здесь от четверти заходил, понятно, стоп, да? Здесь от четверти мог заходить второй стоп. Здесь от четверти захожу третий стоп, четвертый стоп, пятый стоп. Тут я бы уже реально начал увеличивать, увеличивать, вот там, дай бог, отбил бы. Ну, вы понимаете, да, что я про то и говорю, многие. Вот вы говорите, от зон происходит отбитие, а вот посмотрите, сколько. Вот прямо здесь я вам показываю, там, семь подряд от четвертинок раз мы не отбились. Так я никогда не говорю, что там будет отбитие. Я говорю, что если там будет отбой, то мы по комплексной аналитике, по паттернам начинаем работать. Да? Где мы здесь могли по паттернам поработать? Вот идея. Могла быть работа на по паттернам со стопом? Да, тоже. Здесь не было паттерна никакого. Здесь мелкий тоже согласен. Два паттерна не дали заработать. Здесь не было паттерна. Да? Раз, два. Мы ждали, что такое. Не было входа. Здесь на четвертине не было. Потом идеи там от золотой. Здесь не было паттерна на четвертине. Здесь... Ну, по идее, не было. Я, кстати, входил, да? То есть паттерна тоже не было. Вот что значит сила паттерна. Обратите внимание, из семи вот этих сделок мы бы в две всего зашли. Да, со стопами, я даже не спорю, но всего в две. А вот этой бы сделкой, вот этой сделкой по паттерну, вот с таким стопом, мы бы все отработали. Логично? Абсолютно логично. И вот этих именно моментов мы ждем. И сейчас я точно так же говорю: паттерн, давайте. По паттерну здесь, по идее, можно зайти. Так а почему вот скрин по ей не есть, да? Но я бы хотел все-таки ложничок здесь увидеть. То есть, паттерн дает нам и понимание того, что да, тут идет борьба, да, за эту зону цепляемся не только мы, но и реально те участники рынка, которые получают поджопников непосредственно на бирже от брокеров и им приходят маржин колы. Да, они обязаны что-то делать, а вот что они будут делать? Мы сидим и смотрим, мы не знаем. Если мы видим, начинается вот такая канитель остановки, какие-то резкие отбития, четкие удержания, вливание объемов туда-сюда, мы понимаем, да, там кто-то защищает. И мы не говорим, что он сможет защитить, мы говорим, что вот он защищает, вот давайте мы вместе с ним пойдем в сторону предыдущего тренда. Но а сетки, они имеют свою цель. Просто математический алгоритм, который рано или поздно, суммарно, где-то там, где-то через неделю, где-то через полгода, где-то через год, может быть, но оно все равно даст определенную свою прибыль. И оно дает, 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 дает и дает. Там суммарно по сеткам, сегодня на подведение итогов поговорим, вчера мы на это вроде бы дело тоже обращали внимание. 500 долларов за 3 месяца, это без топов в сеточке. Да? То, что я вам говорю, висят у меня просадки там от 500 до полутора, по-разному они вот так пляшут. Ну, я и говорю, мы за 3 месяца там 500, 500, 500, 500, то есть, то, что за год сетки наработали, суммарно, сейчас я нафиг все закрою, я в прибыли. Но держу я э, все-таки общую идею, конечно. Э, что-то хотел сказать, меня Максим отвлек. Минуту отстают на 13, что-то начал смотреть на какие-то минуты и ничего не вижу. Что там отстает? Задержка, может быть. Так, дальше давайте посмотрим по вопросам. М -м -м -м. Так, Лена ответила, Анатолий ответил. По Ени старой сетки ответил. Так, Анатолий прав, Евгений плюс по Канаде возможен поход вниз. Отлично. Егор пишет. По е можно использовать 1888 ККМ, если не перебьют сегодняшний максимум. Ага, ну по идее, да, почему нет? Ну давай такой, довольно субъективный. Ну почему нет? Вот да, действительно. То есть вот есть такая Проторговочка здесь была. Да, если мы уйдем ниже этого минимума. Вот, да, то есть моя идея какая была. Спасибо, хороший вариант накидали, кстати. Да, то есть моя идея была вот так нарисовать, что-то поработать. Но если мы не уйдем туда, то да, действительно, минимумы сегодняшнего дня можно использовать за КМ. Круто, спасибо. Поэтому прислушайтесь к вот комментарию от Егора. Мне в GM50 уже там нужно принимать решение. Может быть. Ну, и опять же, я 50-51 уже начинаю затариваться. О, Антон здесь. Привет, Антон. Согласен с Леной по британцу. Фарид. Фунта на ХАИ загоняет. Последний день брака с Евросоюзом. Правда, бракоразводный процесс до конца года продлится. Ну, а там... А бывают хорошо заканчивающиеся бракоразводные процессы? Редко когда, да? Я тоже рассчитываю все-таки на падение фунта. Так, фундаментально... Но это не повод того, чтобы вкидывать в это дело деньги. Эми. Так, всем приятного дня. Поздравляю всех с профитным месяцем. До новых встреч. Спасибо за обзор, Бегая. Спасибо, Эми. Так, а у вас по золоту объема какого контракта включено? Текущего? Текущего. Текущий в настоящий момент наиболее ликвидный апрельский законопослушный гражданин. Я думаю, ты имеешь в виду то, что по О, элементарно. То есть, во-первых, если вы ставите вот здесь автовыбор, то у нас уже целую неделю автовыбор показан. Вчера я на комплексной аналитике ошибся. Я смотрел февральский. Ну, посмотрите, на апрельском у нас 510 тысяч уже открыты интересно на февральском всего 8 тысяч да вчера смотря на вот этот самый февральский я ну, это был мой косяк я смотрел депок он был вот здесь реально я говорю что не ребят никаких покупок тут нет а потом уже увидел что блин насколько я ошибся смотрите тут Стаканчики вообще ничего нету. Вообще ничего нету в стаканчике. Поэтому ставьте автовыбор и ориентируйтесь именно на данные, которые будут проходить у нас вот по максимальному открытому интересу. Там сейчас все деньги находятся. Так, Михаил Ушаков, апрель. А, ну это вот Михаил ответил законопослушному гражданину. Так, Максим понял, минуту отстают на 13, какие минуты? А, нет, опять зрение подводит. Бывает, как всегда, доходчиво. Спасибо, зрение плохое, отлично, ну или ничего хорошего. У меня когда -то тоже было минус 6, минус 7, два глаза. Ходил такой, никогда очки не носил, думаю, потом заработал и башку себе лазером пропаял со всех сторон и нормально. Какая собачка дизлайк кинула? Не знаю, какая собачка дизлайк кинула. И граница рынка по золоту опять улетела вверх. Это да, кстати, тоже заметил. Тоже заметил. А вон туда она улетела. Все, ребят. Не вовремя, да, не по времени. Идеи есть, но давайте закрывать уже месяц. И там с понедельника, со вторника начнем. Короткий месяц. Самый короткий, который за последние 4 года самый длинный, да, февраль. Так, что у нас будет с високосным годом с февралем? Посмотрим. Там еще дата будет такая в феврале. Шикарная дата, про которую предсказывали и Ванга и Нострадамус. 5, 5 двоек, или 6 двоек они говорили. И никто не может сказать, это 20 02 2020 или 22 02 2000. Короче, такая вот будет дата интересная. Там, <laughs> с точки зрения всех вот этих астрологов, и вот этого будет что-то, наверное, 02-02-2020. Почему вас в бан закинуто, Форекс Скальпинг? Ну, показываю ваше сообщение, отправленное на проверку. Почему-то не пишет YouTube. Ну ладно, так. Не покупайте пока нефть. Ну, спасибо посмотрим. Пока на сегодня точно не собираюсь. Все, ребят, сегодня заканчиваю. Встречаемся с вами на подведение итогов. Может быть, Лена и подойдет. Может быть, если у получится. Но если не подойдет, просто классическое подведение итогов. Недели, месяца, розыгрыш софтов и всего остального. Всем минимум стопов, максимум прибыли, максимум профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока.